Блокада Приднестровья со стороны Украины и Молдовы остается главной темой для обсуждения, прогнозов и беспокойства, как на самом высоком уровне, так и среди жителей нашей страны. Накануне один из пользователей социальных сетей написал о появлении молдавских таможенников на приднестровско-украинской границе с пометкой «Свершилось». Усугубляет ситуацию запрет официального Киева на транзит продуктов в Приднестровье. Груз одной из приднестровских компаний украинские таможенники не пропустили. Подробности у Никиты Кондратова. Граница Украины и Приднестровья, пункт пропуска Кучурган. Все в штатном режиме. Желающих пересечь границу немного. В украинском небе одиноко развивается национальный флаг, пока рядом нет молдавского триколора. Об отсутствии силовиков Молдовы в Кучургане говорят и люди. Там есть молдавские таможенники или нет? Не видела. Не было? Молдавских нет. Только украинские? Да. Здесь, на границе нашей республики и Украины, приднестровцы рассуждают на тему возможного появления молдавской таможни в Кучургане. Минэкономразвитие перечисляет возможные отрицательные последствия. Проблемы со свободой передвижения, дополнительная налоговая нагрузка, угроза существованию индивидуального предпринимательства. А что они вообще здесь должны делать? Какое они отношение имеют к нашей границе с Украиной? Я не понимаю этого даже. И тем более нам и так тяжело. Транспорт как бы не всегда ходит. Вот, например, с Бендер идет только один автобус, и добираться очень тяжело. А если еще и тяжелее проходить, это вообще очень сложно. Это будет не очень хорошо для людей, потому что хочется поскорее перейти, особенно в летний период, когда очень жарко. Это нехорошо. Если это мешает народу, то это, конечно, плохо. Если это... Ну, понятное дело, что народу... О народе никто не думает. Я думаю, это усложнит жизнь в Приднестровье. По официальным заявлениям из Кишинева и Киева, молдавские силовики на нашей границе с Незалежной появятся уже в конце мая. То есть до этого момента остались буквально считанные дни. По прогнозам дипломатов и экспертов, это станет катализатором для очередной бури в молдо-приднестровских отношениях. Об этом говорят не только заявления, но и действия официального Кишинева. В таможенной службе Молдовы внесли изменения в регламент работы. Добавили в список подведомственных зон международный пункт пропуска Кучурган. В действии запрет Украины на транзит продуктов в Приднестровье. Как стало известно нашему телеканалу, в Кучургане уже не пропустили фуру с товаром, требующего ветеринарного контроля. Груз предназначался для приднестровской компании. По мнению экспертов, Молдова с помощью Украины пытается затянуть Приднестровье в молдавское фискальное и экономическое поле. В Тирасполе не раз заявляли, что готовы адекватно реагировать на возникающие угрозы. Никита Кондратов, Сергей Василев. Первый приднестровский телеканал.